За півроку АТО на Сході загинуло 1052 наших солдати. І це лише офіційні дані. Діти залишилися без батьків, матері без синів. Уся Україна молиться за них. Уся та й не вся. Біля Києва з'явився священик, який під час своєї служби прославляв бойовиків. А за зраду батьківщини світить 15 років. Чому сепаратист і досі на волі, розслідувала наша патріотична Марійка Себова. Село Пасічне знаходиться не где-нибудь на Донбасі, а всего лишь в 70 километрах от Киева. Но говорят, именно здесь притаился священник-сепаратист. Коли оце почалося, він на проповідях. Як прийде Путін, то буде вам ви фашисти. В Пасічний живе всього 700 чоловік, але тепер це село звісно на всю Україну благодаря місцевому батюшці, отцу Сергію, який прихожанам читав весьма інтересні проповіді. Тисячу жінок живуть із корови і в яму кинули, казали, щоб такі більше не народжали. Тисячу жінок. Це мені була людина, яка із подсудова приміра України, перерупали всіх. Ви це слышали? Лично у мене волоси дибом. Управляв тут діти за русських солдат погибших, а не за наших. Путіна Псковську дивізію прославляють за його покой, за те саме, а наших не відпівати не це. То це, вибачте на мене, кому це понравиться. Він в останнє час вже починав. Телевізори не дивіться, радіо не слухайте. Ви повинні ходити тільки в церкву, ну це таке. Но одними проповідями Сергій Кушнір не ограничився і пішов на ще більш радикальні міри. Він ще знімав у бариші ці, де флажки такі висіли на машинах, на дворах. І, просто так зривав? Що? Просто зривав, ліз на машину і це зафіксували з магазина, а потім погнув ту машину. І бігав, і флаги знімав, оце зривав усе на світі. А ми українці, нам не подобається таке, наші діти на війні воюють. Сложно поверить, что священник решился на такое в селе, где украинские флаги развиваются практически над каждым домом. В общем, я даже не удивлена, что люди взбунтовались и решили, такой батюшка им не нужен. А что вы хотите, если батюшки российского патриархата занимаются сепаратизмом, то это, извините меня, неприемлемо для людей. Прихожане позвали на помощь местную самооборону и с боем выгнали пророссийского священника из храма. И вот он, казалось бы, хэппи-энд, но не тут-то было. В селе разворачивается настоящий детектив. Прошло 2 месяца, а в Свято-Троицкий храм до сих пор не попасть. По-моему, там очень красиво. Церковь опечатали, вокруг ни души. Храм не обходят стороной только куры, которым все равно, где пастись. Пока церковь опечатана, службу правят вот под этим навесом. На выходные, на праздники сюда приезжает батюшка. Правда, говорят, тоже представитель московского патриархата. Керівництво єпархії призначило настоятелем храму у селі Пасічно нового священника. В руководстві Київської митрополії мені пообіцяли, служити в Пасічній Кушнір уже точно не буде. Оно бы и хорошо, но вот юридически руководителем парафии до сих пор остается он. И менять имя отца Сергия в бумагах никто не торопится. Реєстраційна служба Баришівського району відмовила у внесенні змін до реєстраційних документів щодо зміни керівника релігійної громади села Пасічне. Да і скандальні проповіді, судя по всьому, теж зійдуть батюшки з рук. Від парафіян, тих людей, які безпосередньо слухали проповіді отця Сергія, до нас не дійшло жодного повідомлення про те, що його слова були закликами до якихось екстремістських дій. Неужели його не накажуть? Похоже, священник вообще не чувствует себя виноватым. Более того, сам пришел в милицию с жалобой на прихожан. Він звернувся в милицию с заявою про, по-перше, про спробу захоплення храму, чого не було насправді, про розпалювання релігійної ворожнечі в селі. То есть сам он никакой вражды не разжигал, получается? Удивительный поворот. Иду на поиски самого батюшки. Пройдите сюда до краю, так, и тут считаете ТТХ. Ток-ток. А в ответ тишина. Я надеюсь, собаки там нету. Похоже, в доме вообще не души. Может, соседи подскажут? А де він зараз? Хто знає? А хто його? Він ночами ходить, як привид. Ага. Днем він не показується на люди. Ну, можна понять. В Пасічній Сергію Кушніру тепер явно не ради. Що ж, придеться вернутися в село під покровом ночі.
Так. Неужели снова никого? Обидно. Ну, либо нас не хотят видеть, либо там никого нет. Я уже уезжать было решила, но тут на горизонте замаячила машина. Кто бы вы думали? Он! Мы новый канал. Ну и что? Мы хотели... Знаю, у вас тут ситуация произошла. Ну? Мы же только вашу позицию хотим узнать. Но. Я еще никогда не слышала, чтобы так истерически сигналили. Вы верующая вообще людина? Да, конечно. Вы верующая? Да. Да? По вашему облику не видно зовсім. Сергей Кушнир заставил отдуваться перед камерой жену. Откуда такой страх перед прессой? Быть может, понимает, что за проповеди о карателях светит приличный срок. У даного громадянина є влада над населенням, в даному випадку духовна влада. Тож, відтак вчиняючи такі дії, він фактично порушує Кримінальний кодекс України, саме статтю 111, це державна зрада. За ізміну родині дають ні много ні мало 15 лет. Він не є представником державної влади, тим не менше він є представником духовної влади. Тож, відтак має певний вплив і тиск на своїх прихожан. А відповідно, це сепаратизм. Тепер зрозуміло, чому він прячеться. А місцеві жителі мене взагалі добили. Мені повідомили, що його хоч і звільнили, але на сьогоднішній день він служить в стінах Києво-Печерської лаври. Где-где служить? Получается, вместо наказания отправили на повышение? По селу ходят чутки, что начебто він в лаврі працює. Те, що він зараз служить в лаврі, це є плітки. Владыка объясняет, в лаврі одні монахи. У Сергія Кушніра четверо дітей. Убедительно. Но... Я виключно передаю слова його сина, які він мені сам сказав. Це виключно інформація, отримана з перших уст. Проверим. Иду в лавру без микрофона, в образе обычной прихожанки, с легендой о том, что ищу своего наставника. Мы ищем одного батюшку. Можете зайти в 70-й корпус? Из одного корпуса меня направляют в другой. Но чисто теоретически, может ли он здесь работать? Ведь у него семья. Получается, правило бессемейности распространяется не на всех? Так или иначе, найти батюшку в лавре мне не удалось. Но теперь, в общем-то, это и не моя забота. Скандальным священником заинтересовались в СБУ. Зараз здійснюється досудове розслідування. Зараз перевіряються на експертному рівні його висловлення, в тому числі і антиукраїнські. Це заклики до повалення державного устрою. А в Пасічний люди рішили, хочуть перейти в церковь Київського патріархата. Тоді люди прямо біля церкви сказали, Москва воює з нами, Москва вмиває наших дітей. Іде отаким до нас агресор такий. І ми не хочемо служити церкві, яка служить Москві. Правда, зробити це буде непросто. РПЦ свій приход навряд ли так просто віддасть. А поки для людей головне окончательно відстранити отця Сергія. Тоді, може, і храм відкриють. Якщо ви знаєте людину, чия історія варта того, аби про неї дізнався увесь світ, пишіть нам на адресу abzats@ukrnet. А знаєш, про що тобі варто дізнатися? Що я таки жертва реклами. Я про це сама не знала про себе. Приходжу, от як я це визначила? Приходжу в супермаркет, величезна полиця з яйцями, їх там багато, але я тягнуся до тієї, де є напис «домашні». Усвідомлюю, що ну які в супермаркеті домашні яйця, але все одно беру ту упаковку, де написано «домашні», ну і таку яскравеньку, ти бачиш. Ну я завжди тобі казала, що ти жертва реклами, насправді. І цього разу ти теж кинулася на замануху. Але ти така не сама. Не сама. Як пакування змушують вас витрачати зайві гроші, рейтинг маркетингових вивертів склала наша уважна Аня Горбань. Когда я иду за покупками, то хочу купить то, что нужно мне, а не то, что мне так и жаждет впарить хитроумный производитель. Посему составила рейтинг из основных маркетинговых разводок. Топ-5 крючков, за которые мы переплачиваем, ибо внушение – сила. Рекламные монстры – это давно поняли. В рейтинге «Как не стать лохом» на 5-м месте банальщина, но уловка гарантированно лупит по доверчивому кошельку. Первое – напугать потребителя.
чем-то, тогда, наоборот, этого нет. Лейба без консервантов, то есть закос под натуральность. Проведу эксперимент. Зайчик, неси сок, что теща закрывала. Ведь если без консервантов, должен скиснуть. Беру сок магазинный и сок мамулин. Посмотрим. Температура комнатная. Срок эксперимента 3 дня. Что же с магазинным? Так, проверяем. По-моему, как и был. Свеженький, вкусненький. А мамин домашненький. Она же в него душу выжала. Ой, не рискну. Владюш, попробуй. Жив? Мамулиным сачком, который 3 дня без холодильника жил, слона завалить можно. Ну, в туалет загнать так точно. Почему? Свое родное без консервантов киснет, как и положено. Влад, встаешь, не? А, так работаем, ладно. Магазинный супергерой просто. Маркетолог утверждает, даже если на упаковке стоит заветный значок без консервантов, это совершенно не гарантия натуральности сока. Ведь что-то таки не дает ему киснуть. Всегда очень внимательно читайте, что же написано мелким шрифтом. На 4-м месте уверенно себя чувствует уловка без ГМО. Такая заманушечка популярная. Покупаю 2 пачки соли. Та, что без ГМО, стоит 6 гривен. Обычная в бюджетной упаковке всего 3. На той, что дороже, заветный значок без ГМО. Та, что попроще, надписей не имеет. Есть там ГМО или нет, одному Богу известно. Ну а теперь мы с вами найдем отличие между этими 2 кучками соли. Присмотритесь повнимательней. А так? А я скажу вам, в чем разница. А ее нет. А соли? Там не может быть ГМО, в принципе. Конечно, не может быть. ГМО – это ведь геномодифицированные организмы. Это животное и растение. А какие животные или растения в соли? Задумайтесь, вы готовы переплачивать просто за миф? А производители уже расставили сети. Цена всегда будет выше, если товар имеет набор преимуществ. Даже если они – просто придумка. Можно увеличить без наклеек. Но с наклейкой будет проще. Есть основания для потребителей. На 3-м месте – железная фишка, улучшенная формула. Работает на ура. Вот, смотри, что я принес. Тут улучшенная формула. Ты же хочешь длинные волосы? О, спасибо. Да я и старая-то не знала. Но принцип продажа мечты всегда срабатывает. Ведь за мечту переплатить-то не жалко, правда, девушки? Новую формулу однозначно дороже. Но это же новая формула. То есть наливаем тоже, шлепаем наклейку, но продаем дороже. Гривен на 5 точно. Ведь никто же вникать, да что там, вчитываться во все эти маленькие буковки не станет. А на этом и играют. Список сейчас нам у кремов и шампуней такой, как, я не знаю, для ракетного топлива скорее. На 2-м месте уютно в колыбельке лежит и тянет к вашему кошельку свои жадные ручонки Лейба детская. Для того, чтобы воду сделать детской, достаточно прилепить на этикетку мишек, мячиков. Вот. И в принципе, то, что она ничем не отличается от воды для взрослых, это никого не интересует. Тут ведь надо держать ухо востро. Детская вода – это набор определенных свойств. На вкус не особо разницу заметишь. Мне больше понравилось вот это. Вот это? Ну, так себе. Так себе? Да. Обычная вода. Так что, мамы, папы, читайте не только лейбу, но и состав. Ведь не резон покупать 300 грамм воды по цене 1,5 литра, если вы на 200% не уверены в том, что вода реально детская. Срефлексировать на фишку проще простого. Вот коллеги провели эксперимент с обычными овсяными хлопьями. Одни продавали в простой упаковке, а вторые в яркой, типа для детей, и в 1,5 раза дороже. Что разобрали быстрее? Детскую, конечно. Да, переплатили. Но ведь были уверены, гребут не фуфло. И победитель рейтинга – эко-биоорганическая. Слышали? И не раз уже успели купиться? Ха-ха! Да здравствует принцип новых трендов. Как вам эко-сало? Думаете, свинка ела одни витамины, никакой химии? Нет. Мне сказали, свиньи, из которых оно сделано, они умерли без боли. Боже, какой кошмар. Да. Есть еще эко-хрен, эко-помидор, эко-шоколад, эко-органическая водка. А химики открыли страшную тайну. Водка. Она вся органическая.
Ведь формула спирта C2H5OH – это формула из органической химии, поэтому любая водочка и есть органика. И переплачивать за то, что и так есть, не нужно. Просто закажите наклеечку, что это эко. Это же не запрещено. Вы разработали эту наклейку эко. Вы напишите, что это такое эко. Теперь вы понимаете, лейбы, суперформулы, значки без ГМО, без консервантов – это же просто моднявые фишки, хитрые маркетинговые ходы. То есть мыльный пузырь, но за реальные деньги. А ми продовжуємо тему грошей. Утричі здорожчав корм для тварин. Зуби на полиці давно поклали зв'ятка в зоні АТО. А в тамтешніх магазинах запаси вичерпано. Відсьогодні стартувала всеукраїнська акція з порятунку хатніх тваринок. Майже мільйон порцій харчу вже на шляху до Донецька та Луганська. Абзац і собі долучився до добрих справ. У центрі столиці на останньому диханні виживають качки. Хто під виглядом веселого шоу жорстоко знущається з пташок? Рятувати качок кинулася наша схвильована Іра Батькун. Дети и взрослые, вашему вниманию представляем незабываемое шоу «Дрессированные утки». На первый взгляд, очень милое представление. В центре Киева, в торговом центре, утки плещутся, детки радуются. Но оказывается, всеобщее веселье – это лишь первое впечатление. Там идет эксплуатация животного. Кто разрешил издеваться над птицами в самом центре столицы? И как простая утиная история превратилась в настоящий утиный триллер. Говорят, то, как общество относится к животным, показатель здоровья общества. Это в цивилизованных странах пожарный готов делать искусственное дыхание щенку, лишь бы спасти ему жизнь. А вот этого любителя животных из Канады оштрафовали, вдумайтесь, на 100 тысяч долларов за то, что он жестоко обращался со своим доберманом. Но у нас совсем другое дело. Эти уточки пашут как лошади. Все на благо торгового центра. Задача – привлекать покупателей и поднимать продажи. А сколько их? Сейчас 12. А вообще живут они где? Отдельное помещение. Вот бы взглянуть глазком на это помещение. Но пока все, что я видела, это ящик и утки. Видно, что вот немножко перо пожевано, ну, такое вот жухлое, то есть не блестящее, неровно лежит. Первое, то, что можно сказать по видео, что они большую часть дня они находятся вне воды, поэтому они с радостью бегут в воду, купаются, приводят себя в порядок. То есть, потому что знают, что у них времени будет 3 минуты, и все. Они сейчас тут пытаются по максимуму использовать. Если сравнить этих уток с теми, которые плещутся в пруду, то, похоже, возможность поплавать для этих пернатых – редкое удовольствие. Но зрители об этом даже не догадываются. Думают, какие же резвые и веселые уточки, а дальше больше. Птица мокрая выбежала и побежала. То есть времени в них там обсохнуть, расправить перышки не было. Поэтому... Это тоже не очень хорошо. Конечно, не очень хорошо. Там идет эксплуатация животного сейчас, в данный момент. Из того, что вы видите? Ну да. Ну, знаете, если даже в зоне АТО наши военные находят возможность проявить милосердие к животным, то мы с вами, живущие под мирным небом, просто обязаны заступиться за беззащитных кряков. К счастью, у нас есть государственная экологическая инспекция. Она-то и должна контролировать соблюдение закона о содержании животных. С этим разберемся. Надо же изначально пойти, откуда они вообще появились. Сейчас появится человек, разберется, какие есть документы. А какие должны быть документы, скажите, чтобы было все в порядке? Может, зря действительно бьем тревогу? Если нам дадут эти документы, значит, хорошо. Не дадут, значит, тогда будем возвращаться в прокуратуру. Заручившись поддержкой двух инспекторов, едем на разведку. Нужно понять, в каких же условиях живут утки-артисты. У вас наказ 429. Угу. Министерство охраны на колишнюю производство. Минимальные нормы, площадь для утримания и разведения диких тварин. Качки, гуси, казарки. Подходит. Вольеры с бассейном. 4 квадратных метра. Это на одну особу, то есть так. На одну утку 4 квадратных метра для ее жизнедеятельности. Так, мы сейчас побачим. Ну, хотели увидеть уток, а наткнулись на гостеприимные объятия. Камеру берите и выключите. Что случилось? Но стоило сказать, что мы приехали из-за уток, как тут начался еще больший переполох. Приедет наш юрист и вы уже с ним все обсудите. 5 минут.
Можно руководство? 5 минут. Я представляю державную... Ну, вы представляете, универмаг будет представлять наш юрист. Через 5 минут. Как по мне, очень удобное решение вопроса у руководства универмага. Вышел к нам на встречу администратор, отказался представиться и сообщил: ждите юриста, все вопросы к нему. И ждем мы этого юриста уже 40 минут. И тут появился. Я как бы не уполномочен сейчас давать какие-то комментарии вам под запись. Вы вышли на встречу к журналистам. Что вы хотите? Девушка, я еще раз хочу сказать, что вот в таком формате мы общаться с вами не будем. Абсурдная ситуация. Официально на камеру никаких документов на уток нам так и не показали. Но представителю экологической инспекции все-таки удалось увидеть кое-какие бумаги. Показали договор аренды на предоставление этих уток в количестве 5 штук для вот этого шоу. Пока юрист универмага вальсировал вокруг, инспектор объяснила, что, судя по документам, уток берут в аренду у цирка Кобзов. В универмаге они не живут, а ежедневно ездят из цирка в универмаг, из универмага в цирк, и так минимум по 2 раза в сутки. Была бы я уткой, я бы уже точно чокнулась. Ребята, а где вы работаете? Мы хотим просто уточнить у вашего руководства, пару вопросов задать. Куда обращаться? Молодой человек, вы же представитель какой-то фирмы? Да. Какой? Цирковая фирма Кобзова. Раз в торговом центре меня заверили, что утки принадлежат цирку, и все вопросы исключительно к нему. Вот, собственно, я и приехала в цирк. Скажите, у вас в цирке есть утки? Утки. Как животные? Ну, птицы, да. А в собственности цирка есть утки, такие водоплавающие? Может, они есть, а вы не знаете, что они есть? Нет, я знаю, я администратор площадки. Уток на территории у нас нет. У нас на все животные у нас есть документы за 1,5 года. Мы здесь работаем, ни одной утки. Ничего не понимаю. Так чьи же это утки и где они живут? Галя радушно предложила нам заглянуть в их питомник, назовем это для животных. Сейчас проверим. Мы вообще животных в аренду не даем. Дрессировщики запрещают. То есть мишки-волки, вот этот сельский дворик, вот козочки. Привет! Вы тут уток не видели? Не бодайся, девочка. Ай, хорошая. Так, вот поросенок пошел, смотрите. Боже, какие миленькие. Они тоже подаются в дрессировке? Нет, они просто так умиляют. Умиляют глаз, да? О, да, 2 курицы. И да, все. Итак, что же имеем в результате? Паспортов на уток нет ни у кого. Где живут птицы? Тайна за 7 печатями. И следит ли за их здоровьем доктор? Тоже непонятно. Я уже начинаю переживать не только о пернатых, но и о детях, которых мамочки так беспечно приводят на это шоу. Птиц можно заразиться очень многими инфекциями, причем очень серьезными инфекциями. Наиболее типичными все-таки являются орнитозы. Орнитозы – это болезни, которые вызываются хламидиями, а передаются воздушно-капельным, либо контактным путем. Следующий – это туберкулез, причем такой же туберкулез, которым не болеем. Можем заболеть мы с вами. Мутная это утиная история. Радует то, что экологическая инспекция уже взялась распутывать этот загадочный клубок. И скоро станет ясно, чьи утки. Законно ли они крякают в торговом центре? И не являются ли разносчиком инфекции? Я обязательно расскажу вам о результатах проверки. Бідні качечки, друзі. Ну, а ми до вас хочемо звернутися з таким проханням. На наших сторінках у Фейсбуці та ВКонтакті ми відкриваємо голосування. От як ви вважаєте, качки-актори в розважальній програмі торговельного центру – це перша гарна ідея або знущання з птахів? Підсумки вашого голосування ми оголосимо в понеділок. Не будьте байдужими. Вже хлопцю оголосить у понеділок. Угу. А я хотіла в час, коли не дуже вистачає позитиву, показати відео. Народився в сорочці. Так кажуть про щасливчиків, яких небезпека оминула. І я читала про одного такого. Він міг опинитися під колесами 2 автівок, але, на щастя, його оминуло. Дивіться. Мені здається, що він навіть не встиг второпати, що відбулося. Так, він навіть не усвідомив. Можеш згадати, ще пару тижнів тому ми показували таке саме відео з велосипедистом, але там було 3 автівки. Ще один щасливчик був. Так само народився у сорочці.
Друзі, ну і до іншої інформації. Керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук стверджує, що на Донбасі зараз перебувають мінімум 4 бригади російських військ. Туди підтягують бронетехніку та боєприпаси. З якою метою з Москви на схід відправили комуністичний загін? Про це точно знає наш оперативний Макс Узол. Температура в зоні АТО зростає. Бандити не полишають спроб захопити стратегічну ділянку траси Бахмутка. А рух на кордоні з Росією пожвавився як ніколи. На Донбас везуть артилерію, з Донбасу – вантаж 200. П'ятірка найважливіших подій на гарячому сході. Донецький аеропорт. Сьогодні зранку українські захисники Литовища прийняли бій. Це вже вчетверте за добу бойовики обстріляли аеропорт. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників. Нині йому надається медична допомога. Вибити наших хлопців з Литовища намагається група терористів під назвою «Сомалі». Нею керує командир з позивним «Гіві». Все нормально, ребята сміло і уверенно захищають аеропорт. От у моїх ребят можете спросити. Лиця бодрі, наглі, смілі, голодні. Що все нормально? Бойові комуністи. Із Москви на Донбас відправили добровольчий комуністичний загін. В Білокам'яні лівих проводжали в найкращих традиціях Совдепу. От знамя, під якими наші отці ламали хребет фашистському звірю. Наше діло праве, і победа буде за нами. Давай, спасибо. Бойові комуністи прибули до Алчевська. Тут навчатимуть місцевих стріляти і самі будуть воювати. До яких пор ви будете тут стояти? Ну, традиційний відповідь – до отримання медалі за взяття Львова. Піхота завжди проще, треба буде і до Брюсселя добігати. ОБСЄ і терористи. Учасників місії ОБСЄ в АТО підозрюють у співпраці з бойовиками. Скандал підігріла заява радника міністра оборони України Василя Будника. Він розкрив деталі розмови зі знайомим офіцером Єврокомісії у Маріуполі. Я розумію, що я зараз підставляю його. Ну, я не могу это не сказать. И он сказал такую фразу, что 80% всех сотрудников, которые работают в миссии ОБСЕ в секторе М в Мариуполе, являются россиянами. Они сотрудники либо бывшие, либо действующие ФСБ, ГРУ и так далее. Але єврокомісари на такі закиди поспішили виправдатися. Я можу підтвердити, що в Маріуполі є лише один монітор з Російської Федерації, не 80%. Це неправда. Натомість Дмитро Тимчук і група «Інформаційний супротив» вірити словам місіонерів не поспішають. Кажуть, випадків, коли ОБСЄ допомагало сепаратистам, предостатньо. Использование транспорта с обозначениями ОБСЕ террористами на контролируемых ими территориях группа информационного сопротивления фиксировала минимум 4 таких случая. Публичное разглашение представителями ОБСЕ данных, раскрывающих боеготовность и места дислокации украинских военных в другой стране конфликта, агрессору в лице Российской Федерации. В РНБО занепокоєні тим, що Єврокомісія зливає інфу про українських військових, але як вплинути на ситуацію, не розуміють. Російські вертольоти на українську територію прибула чергова партія військової техніки. Спершу бойовики навіть подумали, що це наступ українських військ, та потім розгледіли. Це щедрий подарунок від дружньої Росії. Ні, це русські полетіли. Вируби камеру, вируби. Російські військові вертольоти не єдиний подарунок. Конвої з живою силою та зброєю помічені на кордоні з Росією. А в район Новоазовська вже висадилася бригада морських піхотинців. Втім, цю інформацію наразі перевіряють. Просування військових колон разом з технікою і особовим складом російської армії ми спостерігаємо і фіксуємо. Вантаж 200. Якщо з Росії везуть зброю, то назад – тіла. Вчора опівночі з території України через закритий пункт пропуску Довжанський, Луганська область, здійснювалося вивезення вантажу 200, ймовірно, військовослужбовців Російської Федерації. Українська розвідка нарахувала 5 вантажівок. Усі вони належать ростовській похоронній фірмі.